В здании районной администрации прошла 37-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Приняли участие в ней глава муниципалитета Андрей Дорошевский и прокурор района Денис Жуков. В ходе заседания депутатами рассмотрено 5 вопросов, основным из которых стал вопрос о внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Северский район» о местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. К депутатам обратились с вопросом о необходимости дофинансирования строительства блока начального образования Афипского лицея. Возникла она из-за подорожания материалов, используемых в процессе стройки. Однако деньги, потраченные из бюджета, а требуется порядка 12 миллионов рублей, в большей степени возместит край. Мы обратились в департамент строительства с просьбой довести нам эти средства. Эти средства будут доведены в размере 8 миллионов рублей в бюджет Северского района. В любом случае нам необходимо предусмотреть 30% софинансирования в связи с тем, что мы вышли к вам с этим предложением. Сейчас мы ставим с вами всю сумму, чтобы мы полностью закрыли все работы по изменению контракта. На данный момент нет никаких опасений в отношении того, что подрядчик не успеет закончить строительство школы. В сентябре она откроет двери для учащихся. Рассмотрели также вопрос списания старого ограждения в детском саду номер 28 поселка Черноморский и аварийного здания на территории школы номер 45 станицы Северской. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали.